на земле представителем Бога. Очень жестокие способы. Однажды во время военного похода он приказал своему главному военному вождю Тлилпотонки вернуться домой и казнить своих слуг. Военачальник безропотно выполнил приказ и в награду за преданность был повышен в должности. Осенью 1519 года на побережье Мексики высадился отряд искателей сокровищ под предводительством Кортеса. Опасаясь бегства своих солдат, Кортес приказал сжечь корабли. Отныне у конкистадоров было два. И отвагой, но Кортесу несказанно повезло. Ацтеки верили, что в год тростника к ним вернется бог Кецалькоатль, и на землю придет мир и благоденствие. По ацтекскому календарю год тростника наступил в 1519 году от Рождества Христова. Высокий, белокожий и бородатый, Кортес был как две капли воды похож на Кецалькоатля. Ацтеки поверили, что их долгожданное божество наконец вернулось. 8 ноября 1519 года завоеватели без боя вошли в столицу империи, которая поразила их своим устройством и экзотическим. Дал любой ценой заполучить их. Монтесума жестоко поплатился за свою доверчивость и гостеприимство. Внезапно напали на безоружных ацтеков и устроили жестокую резню. По словам испанского миссионера Бернардино де Саагуна, пытался уговорить своих подданных. Был тяжело ранен камнями, которые бросали в него возмущенные индейцы, и вскоре скончался. После смерти его тело было предано огню. По другой версии, раны вовсе не были тяжелыми, и в смерти императора виновны испанцы. Диего Дуран, испанский хронист конца 16 века, утверждал, что после того, как испанцы покинули дворец правителя, ацтеки нашли Монтесуму мертвым, с цепью на ногах и пятью ножевыми ранами в груди. Но как бы то ни было, после смерти Монтесумы столица империи ацтеков была разрушена. Обломками дворцов засыпали каналы, пирамиды сравнялись с землей. А на месте древнего Теночтитлана
испанцы построили новый город, назвав его